слили. Всем привет! Привет, а когда мы соим от этой рыбы? Мы сегодня открыли игру пиранья. Мама, а как эта рыба называется? Так и называется пиранья. Она кушает других рыбок. И может, конечно, и тебя укусить. Больно, правда, получилось. В чем смысл игры? Во рту у пираньи 15 маленьких рыбок. По очереди мы должны вытаскивать как каждую крокодил. Рыбку. Да, похоже на игру крокодил. Выиграет тот, кого пиранья не укусит, и кто вытащит больше рыбок. Кто спасет рыбок из пасти пираньи? Ты первая? Ну ладно, давай. Я спасаюсь. Я. Папа, давай, присоединяйся. Давай, сейчас тебя укусят. Палец тебе откусит. Бери не больше. Раз, два. Жалко. Ты подальше залез. О, пронесло, пронесло. Ты папа? Он думает. Стратег просто. Папа, нельзя. Папа, ну нельзя. Так не считается, папа. Сейчас тебя папа съест. Ребенок. Папа, ну нельзя так! Или хоть нервничать, если она не выиграет, это просто кошмар. Папа, так нельзя делать! Меня не укусила. Меня не укусила. Как страшно. Папа, ах! Еще! Нет, не закончили еще. Еще. Сейчас моя очередь. Не укусила. У меня 2, 4. У меня 6 рыбок. У тебя сколько? У тебя 5. Папа не выиграл, я выиграла. Ля-ля-ля-ля. Как, тебя первую съели? А меня не съели, и у меня 6 рыбок. Я спасла 6 маленьких рыбок. Давай еще раз сыграем. Я выиграла. Хорошо, давай сыграем еще раз. Я выиграла. Я первая выиграла. Ладно, будем играть, пока ты не победишь. Попрощаемся с ребятами. Пока. Пока. Ой, спасайте. Как вам наша игра пираньи? Пишите свои отзывы в комментариях. Пожалуйста. Будем играть дальше, пока Элиф не отыграет. Пока-пока. Пока.